Бока, ты с нами? Unbelievable. Я вверху, да, не так? Нет, я вон домой сюда. Я вон домой. Не будем у них. Я вон домой. Да, паспорно. Гол не разрешает сразу. На все стадионы такие. Давай, давай, давай! 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 Дав
Все, играй! Доброе утро, друзья. Извиняемся, немножко были технические проблемы. Хотим вас поздравить с началом весеннего турнира НФЛ. Перед вами матч команды Лиги Б. Перед собой играет команда АСК Копчегай и команда НАМА. Давайте коротко пройдемся о составах команд. Команда АСК Копчегай является номинальным хозяином. В воротах стоит первый номер Марзабаев Жолбарыс, вратарь, ветеран команды, который стоит уже довольно давно в команде АСК. С первых матчей в НФЛ команда заявилась. Второй номер Аксамбай Кайрат. 11 номер Акалаев Ершат. 16 номер Баяхметов Дидар. 10 номер Кадинов Ернар. 7 номер Хадинов Жанайдар, напомню, что это он является братьями родными. 9 номер Карибаев Бакут, по кличке Баков. 17 номер Кульманов Баргерген. 22 номер Мейрам Гани Алмат. И 14 номер второй вратарь команды Султан Газы Ермак. Команды АСК Копчегай 2 вратаря. И последний игрок, 4 номер Кулибаев Арман. Теперь пройдемся по команде «Намах». В воротах стоит Саиков Фархат. Фархат является одним из ветеранов команды. И, насколько помню, уже больше 6-7 лет точно стоит в воротах. 19 номер Ачалаев Асылхан, новичок команды. 14 номер Габзулин Назад. 15 номер Дельманов Ильдос, новичок команды.
77 номер Слев Даулет, один из самых полезных игроков команды МАК. 77 номер Кадырбаев Азат, 3 номер Кузьмин Кузьмин, 90 номер Хонгбаев Буржигит, 8 номер Борис Кузьмин, лидер команды. 12 номер Амутай Улгас, 20 номер Смогулов Зангар, 8 номер Сарик Кализа Сулан и 9 номер Шимамбаев Агиль. Напомню, Шимамбаев Агиль в прошлом году с командой МАК. Мясо Харибая Бахата, пас на Аксамбая Кайрата. Кайрат из-за река пробует бить, и Фархат отражает удар. Напоминаем, команда очень опытная. В прошлом сезоне команды играли в разных лигах. Команда на марте является одним из самых старых команд НПО. 2007 года с осени участвует в НПО. Уже более 15 лет. Айса Корчагай участвует в НПО примерно около 2 лет. Начинали с Лиги Д. С Лиги Д познали до Лиги С. Один сезон задержались в Лиге С. И в прошлом году вышли в Лигу Б. С мячом Карибай Бахат, один из лидеров команды. Мяч Пасма Кайрата. Карат смотрит, кому дать пас, дальний пас, и на мяче первый защитник Дмитров, номер команды Номат, Ачилаев Асылхан. Знаете, как выиграл на СК, пас Карата, Карат ищет, кому дать пас. Давайте коротко пройдемся по прошлогодним достижениям команд, как сыграли команды Солик Лугас. И Фархат отрывает. Команда СК Автокирай осенью играла в Лиге С, заняла 3-е место в призерах. 20 играх одержала 14 побед, 1 ничья и 5 поражений. Забила 69 голов, пропустила 26 мячей. Команда набрала 43 очка. Первое место, напомним, команда заняла в Лиге С команда Кунту. 49 очков набрала. И второе место Таймас Токолтеда, который играет на другом поле, на первом, на поле 1. Напомним, лучшим бомбардиром команды СК в прошлом сезоне стал Кадьенов Ермар, забил 27 голов. К сожалению, Ермар занял только второе место среди бомбардиров, так как Кусехов Руслан из команды Кюстан забил на 3 мяча больше, 30 голов уже Руслан. Вторым бомбардиром стал Кадинов Жанайдар, родной старший брат Ермара, забил 9 голов. Сейчас на поле видим, что команда АЭС Капчигай перехватила инициативу и больше давит на команду Намар. Команда Намар осенью выступала в Лиге Б, заняла 14 место, в 19 играх одержала 6 побед, 3 мячи и 10 поражений. Забила 28 голов, пропустила 37. 21 очков. Лучшим бомбардиром стал Дилманов Ильдос с 9 уголами. Занял 17 место с этим бомбардиром. Второй бомбардир Усманов Асадин, 3 гола. Прошлись по прошлогодним достижениям. Сейчас Светлодар победил Байбахов Пас на 17 номера команды АСК. Дилманов Бахберген бьет. И мяч попадает на Чизюков. Кайрат не мимо. Будет разыгрывать подворот. Мазабаев за удар спас на Баку, Баку пас на Ернара и такой же пас. Да не пас, какой пас хороший, и чуть-чуть не повезло, чуть-чуть не достал. Аут разыгрывает команда Ромат, нашего лучшего Валера.
команда СК высоко встречает команду соперника. В тяжелой половине борьба за мяч. Отсюда номер команды «Номад» — это у нас Лимонов Ильяс. 14,5. Бако и тайм-аут берет команда СК. Кагенова за Найдара. А, Кагенов Ярнар, точнее. Вступает в борьбу, у меня встречает Ярнарка. За Найдара, за Найдара. Один с номер команды СК. Точный удар, Флайт Ершат. Команда Намат начинает свою атаку. И мы тоже пас. Ярнар перехватывает. Удар и накроет. Накроет атаку номер команды Намат. Один ветеран смогли его зангар. Мяч у Бако. Бако пас на Кайрата. Кайрат ищет команду пас. Потом левому флангу пострел и... Немцев взял удар. Команда СК немножко больше подавлена. Преимущество у команды СК. Точный. В общем, вообще, власть команда СК интересная связка. Два брата. Найдар и Ярнар. С номера и Ярнар уже удар спасает свою команду. Напомним, удар нанесла Лиманов и Льдос команды «Ламар». Один из лидеров команды «Ламар». А вот разве команда «Мат». Пас на наушник «Ламяра». Ламар захватывает, отстрел. И Ламар чуть-чуть. Не получил свою работу. Пас на Кайрата. Отложено свое. Напомним, нашу игру судят Губашев Алиби, судья высокой категории, и Донзе Владимир Ильич, один из ветеранов судейского корпуса, сорфитота нашей лиги. Штрафный удар, и мяча же Найдар и Бако. Посмотрим, какой по нашей заготовке. Пас на Ярнара, Ярнар бьет и Фархад спасает свою команду. Мяч перехватывает Санова. Так, чуть-чуть точно пас. Фархад дает на Загара, не точный пас. По владению примерно у нас 60 на 40 процентов. Считать по процентному соотношению. Команда СК теряет мяч. Мяч команды «Номад». Новая атака команды СК. И точный пас Ярнара. Мяч долго держится команда. Команда, как говорили, первая игра. Сыгрывает сегодня. Пытается. Но это все. Пас на уже Даньяра. Даньяр, напомню, один из ветеранов команды. Команда из лидеров. Если я ошибусь, по-моему, даже является капитаном. Там Айдарчик. Очень давал Даньяра. Мяч уже в ворота. Продолжает на защитника. Ярнар теряет. Сейчас на Марк высокий. Пас. Удар и удар спасает. Обоюдные моменты у команды. Удар сочетается в атаку. Мяч у Бако. 3-3 атака. Смотри, что делает, пострел, удар и штанга! Чуть-чуть не повезло команде СК. Мяч уходит в аут.
Я сейчас говорю 15 номер Гельманов Ильдос. Команда на мат. Дальше наушен Данера. Данер ищет, кому дать пас. Поперечный пас для Зангара. Зангар ищет, кому дать пас. Дальний пас. Гельманов Ильдос принимает удар и голбас сосает свою команду еще раз. Команду уже, думаю, наиграли на пару голов. Самбаев Кайрат. Встречает Данер. Такой пас. Напомним, в параллельной игре счет тоже не открыт. Счет номер. Вот так у нас чемпионат начинается пока без голов. Конец первого тайма, футбольный матч идет. Дальше Ерната, Ернат пас на Кайрата. Мы поняли, это первая пятерка. Команда СК. Первый тайм закончился. Здесь не идет. Пока получили. Наверное, на один ключ подключили. Не хотел выполнить. Тикер взял, все помнил. Второй тайм, команда АСК начала атак. Мяч команда СК, Гидар. И напоминаю, что Гидар является одним из авторов самых красивых голов. В прошлом сезоне, если я ошибаюсь, было через себя забыл. Мяч Вернара. Вернара. Мяч это. Стоп, стоп, Морец, стоп, не надо! Приходи на лепо. Антонов, Антонов! Сзади, аккуратно! Мяч Вернара Галия Умат, команда защиты команды СК. Пас на Володара, Володар встает один, и Шимонбар. Володар проходит двоих, пас на Ернара, стеночка чуть-чуть не хватило. Точно упасть. Володарская начинает сомневать атаку. Мяч четвертого номера Турибаев Арман. Разыгрывает штрафной удар. Навес и неточный пас. Следующий удар, который команда номер. Пас на Здесь надо, есть! Есть!
Под него! Пробуй! Позови назад. Так, его встречает. Он, все, я не знаю. Нокаута. Посмотрим, что думает назад. Команда на мат немножко подстанет. Возвращает всю инициативу. Позвонили 4. И мяч на перетворении. Да, сыграл же! На дальний пас на Азата. Сможет поздать и тоже пас. Морез не хватает. Напоминаю вам, что команда Аиста Копчегай заняла третье призовое место в Лиге С. Вышла впервые в Лиге Б. Команда начинала свой путь в Лиге Д. Очень интересная команда. Команда военных. Команда из города Копчегай. Команда «Намат» является одним из самых старых команд НФЛ Алматы, кто за прошлом сезоне играл в Лиге Б, а в Премьер-лиге, и, к сожалению, вылетела в Премьер-лиге. Команда потеряла своего тренера Матова Аслана, и после Матова Аслана команда чуть-чуть немножко играла в игре. Как говорится, команда играет, старается, и все победы перебивают. Пас на Зангара, Зангара на Даняра. Даняра на Одинсон номер. Играет в команде более 4-5 лет. Значит, Дидара, Дидара и потери. Ну, на опыте. Сейчас команда СК Копчегай вышел на ворота второй вартер, там даже Ернат. Как мы поняли, замена вратаря произошла. Посмотрим, чем нас удивит второй вратарь команды. Штанга! Чуть-чуть не хватило команды АСК завершить всю атаку балон. Команда «Намат» вводит аут, пас на вратаря Фархада. Фархад ищет кому дать пас, дальний пас, и не хочет, никого там нет. Друг друга чуть не поняли, Гельманов Ильдос пока вот чище не может. А точнее, мы поддерживаем все равно. Так, Султан Газьернат пас на 4-го номера Гельмана, Арман на Бако, 9-й номер. Один из лидеров команды АСК, один из самых опытных игроков команды. Карибаев Бахыт, отличный Бахов. Команда АСК атакует. Так, мяч Ерната. Бахов пас на Бахов. Бахов ищет пас на Армана. Карибаев Арман защитник в последней игре. Жан-Айдар не точно. Перехват. Карибаев атлет начинает свою атаку. 2-0. Ильдар спасает свою команду. От выхода 2-1. 1-1 сзади. Так. Команда СК атакует, и Фархад еще раз обращает. Мы извиняемся, но 11 номер это не ребят. Жанник! На нашем! Отсюда не видно. Вроде бы как атлет, но это просто не атлет. Аза! 11 номер кто у вас играет? Здрасте, да? Номер, я уточнил, это Сализа Сулан, новичок команды «Намат», да, издалека похоже на Рымбаева Адлета, извиняемся, что ошиблись. У команды, на команду «Намат» есть пара новичков, надо будет привыкнуть. Мяч у Асова. Накрывает.
Я еще убиваю. Дани! А че у вас? Черный на нас! Команда защитник, последний защитник. Команда СК вводит мяч. Рибаем доход. Спибаков. Доход пас на Арман. Ну, пас на Арман. Арман Ернара. Ернара встречает. Делай! Ищет партнера, там был пас. Макута. Защитника. Арман. Арман удар залетает чуть-чуть. Не точно. Хотя бы. Команда АСК Копчегай уже два раза попала в штангу. Два раза можно забить, но чуть-чуть не получилось. Интересная игра. Много борьбы. Черный! Он почитает. Я думаю, в этой игре все может решить. Не нормально, у него мастер, блядь, не нормально, у него остановится. Поэтому команда желательно ошибаться. Более надежно. Он заходит на замену. Да, и Дидар попадает в штангу. Ну, как, сколько можно. Уже третий каркас ворот. Команда АСК уже могли забить пару голов. Но в футболе без видения никак. Перехват. Мяши. Бахута. Бахут спас на... Бля, догоняй! 17 номер у нас. Впервые еще команда Бахутин. Могу, бля, только же вышел! Команда АСК. Больше атакует. Дальше Багергена. Багерген пас на Айрата. Айрат. Пас на чуть-чуть. Дар скорости. Ну, голу ближе, думаю, команда АСК, да? По нашему мнению, по игре. АСК более больше атакует. Три раза попала. Атака скоро, как у нас. Перекладываем два раза в штангу. Сегодня вратари показывают очень хорошую игру. По Фархаду тяжело забить Фархаду. Опытный вратарь. Они нашего чемпионата. Я не могу. Поэтому ближе к обеду солнце согреется. Пас на Ирината. Я очень видел в МФО. Если он впервые играет, то поздравляю с дебютом в нашем чемпионате. Решение правил. Желтая карточка. Желтую карточку получает игрок команды Номад. 15 номер. Номад Пинтос. Первая желтая карточка в нашем матче. Коля уже погоню назад, один из братьев Кузнецов. Я почему-то по такому не вижу игрока. Погоню на один, который играет по 12 номерам. Это единственный шанс. Очень опытный игрок. Выступает за Ромат 2007 года. И, насколько помню, всю жизнь играли. Всю свою карьеру, всю жизнь любительскую играли. Таких сейчас очень редко, но встретишь. Перехватывает. Играл в команде «Атлант», насколько я помню, дебютировал в МФО, участвует в МФО «Копчегай», играл за команду, не вспомню, за команду, но становил чемпионом «Копчегайский».
Где примерно 30-я минута, середина второго тайма. Команды еще не забили гол, счет 0-0. В параллельной игре играют команды «Футзал Гараж» и «Док Таймас ЛТД», один из фаворитов, я считаю, «Луки Б». Счет тоже счет 0-0. Сегодня мы ждем голов, голов нету, но все голы. Дилля пас на... Фархат, какой сейв делает вратарь команды «Намаз». Я же говорил, что ему тяжело забить. Он на опыте. Он уже примерно знает, куда будет бить нападающий. Не надо, чтобы ему забить, не надо, что он делает. Покой, кель на нашу. Ошибается. Хорош. Вообще футбол удивительный вещь, да? Вот в прошлом сезоне «Намаз» играл в премьер-лиге. А если как Чиня играла в Лиге Д, и теперь они на экваторе Лиги встретились, в Лиге Б, и идет равная игра. Вот такой пути. Удар, и Фархад еще раз вылетает. Что ты сделаешь, а? Ну сколько можно? Уже шестой или седьмой сейф Фархада. Счет мог быть уже разгромлен. Счет на три гола, а если как Чиня точно найдет. Больше инициатива у АСК. Я думаю, команда АСК тоже может претендовать на выход. Лига, команда очень дисциплинированная. А напомню, это играет за команду военную гордо подчиняет. Любимая команда. Менеджмент очень хорошо выстроен. Знаю их администратор. Очень ответственно по всем матчам, своей команде, тренировкам. Насколько я знаю, этой команды очень важно в Инстаграм. Они выкладывают ежедневно обзоры своих матчей, всеми моментами. Головой команды Скапчгаев, Рибаев, посмотрим, что придумает. Самбаев, Кайрат, Басхай, точный и мяч, по-моему, Намат. Мяча на уши Даньяр. Но вы знаете, да, в футболе, если не забивает, не забиваешь ты, то какой-нибудь рикошет или кто-нибудь. Так что поэтому желтая карточка получает научный барьер, капитан команды «Намат». Вторая желтая карточка. Значит, вторая команда «Намат». Манера встречает Кельба Батут. Ермак,
Напомним, Ромат команда тоже очень опытная, давно выступает в Лиге. Играла в премьер-лиге. Три сезона, 3-4 сезона точно. Но, к сожалению, по прошлому сезону вылетела. И сейчас заявлен в Лиге. Команда осталась без тренера. Большая потеря, так как команда 2 раза в неделю тренировалась. Насколько помню, в Ариале тренировалась. Если Морезов теряет, то Посмотрим, чем закончится этот сезон. Все, на баррикаде, на команде. Давай, Кульманов и Льдос, что забегает. Мяч Ерната, Ернат вводит мяч. Пасна, один из номера. Открывает мяча. Пас за Найдар. За Найдар встречает на лучшую манеру. Перехватывает. Еще раз потеря. Кайрат, Кайрат ударит Фархад и Шагинса. Сегодня лучший игрок на поле. Вратарь команды. Саид и Фархад. Один из лучших игроков матча. Не может даже вверх скорее. Ермат и Ермат. Время проходит. Пострел и мяч. Карибаев Бахрит мог стать героем матча, но, к сожалению, не повезло. Я думал, своей игрой Фархад, Саибу Фархад заслужил все время. Счет 0-0. Проиграем мяча. Спасибо вам, друзья. До свидания. Ну, да, распортать чуть ли не смотрю. Да, он Вот, 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 в